5500 тонн в 200 контейнеров. Именно столько рыбы увезет с Камчатки атомный контейнеровоз «Севморпуть». Камчатские женщины, если вы хотите, чтобы у ваших детей были отцы, то не забудьте сообщить в ЗАГС время зачатия вашего ребенка. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. В преддверии 280-летия столицы Камчатского края, каковое будет иметь место быть 17 октября, но праздноваться массово будет в эти выходные, в грядущие выходные, я продолжаю знакомить вас с различными старыми бумагами. Итак, у меня в руках объявление отдела управления Камчатского губревкома. Оно было опубликовано в последний день лета 23-го года, века минувшего, в газете с названием «Полярная звезда». Я не буду опять-таки читать полностью это объявление. Прочитаю лишь частично. А, вы хотите на него посмотреть? Вот оно. Итак, читаю. Регистрация всех актов гражданского состояния, рождений, браков, смерти, разводов, о происхождении внебрачных зачатых детей и о перемене фамилии в городе Петропавловске проводится заведующим отделом ЗАГС и делопроизводителем отделения при отделе управления Камчатского губревкома. Здание губревкома, второй этаж, ежедневно с 10 до 1 часу дня, кроме дней праздничных. Ознакомлю вас с одним пунктом этого объявления. Напомню, что объявление это вполне официальное. Раздел о происхождении зачатых внебрачных детей. Пункты 8 и 9. Пункт 8. Забеременевшая и не состоящая в браке женщина не позднее, как за 3 месяца до разрешения от бремени, подает заявление в местное отделение записей актов гражданского состояния, указывая время зачатия, имя, фамилию и место жительства отца. Такое же заявление может быть подано и состоящей в браке женщиной, если зачатый ребенок происходит не от зарегистрированного ее мужа. Пункт 9. О поступившем заявлении отделение ЗАГС извещает лицо, названное в заявлении отцом, и последнему предоставляется в 2-недельный со дня получения извещения срок возбудить судебный спор против матери о неправильности ее заявления. Невозбуждение спора в указанный срок приравнивается к признанию ребенка своим. Напомню, такое брачное законодательство действовало на Камчатке в 23-м году 20 века. Песню будем слушать? Слушайте. Песня про сурового северного пенсионера. Суровый северный пенсионер выполнить может любой маневр. Прошли и детство его, и юность. В аттракционах ледовых улиц он знает, как надо поставить ногу, чтобы не охнуться в дорогу. И как не надо выставить руки, чтоб не висели потом, как крюки. Пенсионер, детям пример. Пенсионер, пенсионер. Он знает, как отползти в кювет, не вышел, чтобы омлет, и как цигануть на любой сугроб.
дабы избегнуть бампера в лоб и даже тулуп совершить тройной, дабы избегнуть за миг до того, как двойной сплошной через дорогу издавший вжик на остановку ворвется джип. Пенсионер, детям пример. Пенсионер, пенсионер. Иммунитет от лекарств любых он приобрел и чихал на них. Он может кормиться подкожным жиром, лечиться мочой и церковным миром. Он может ходить 10 лет в одежке одной, чтоб не рано вытянуть ножки, зубы хранить на пустынной полке, в очередях быть лютее волка. Пенсионер, детям пример. Пенсионер, пенсионер. И что Фома ему, что Ерема, пенсионер он всегда на стреме. Он много нехилых умеет гитик, поэтому все еще не паралитик, поэтому все еще ищет парта между инсультом или инфарктом. Кляузы пишет им мемуары, времени нету сказаться старым. Пенсионер, детям пример. Пенсионер, пенсионер. Он не боится акций и санкций, поскольку с набором таких реакций выживет даже на метеорите. Какой Брюс Уиллис, тот не смешите. Выживет сам и обучит внуков, что с ним не делай, не дохнет, сука. Исправно на выборы ходит, ибо страшно желает сказать спасибо. Пенсионер, детям пример. Пенсионер, пенсионер. Этот самый контейнеровоз, который вы видите вон там, за моей спиною, пришел на Камчатку 2 дня назад. Здесь, загрузившись рыбопродукцией, он двинется северным морским путем, оправдывая свое название, в Санкт-Петербург и за 24 дня расчетного времени достигнет северной столицы ресурсной федерации. О Северном морском пути рассказывать, я думаю, нет смысла. Для вас есть Google. Там вы узнаете все и об этом самом пути, и о построенном в 88 году века минувшего контейнеровозе. А я сейчас покажу, как выглядит этот контейнеровоз одним глазом летающего фотоаппарата. Смотрите, вот он. Вот этот самый атомоход с гордым названием Севморпуть был, как я уже сказал, построен в 88 году века минувшего для обеспечения северного завоза. Этот самый атомоход способен самостоятельно проходить сплошные ледяные поля толщиной до метра, со скоростью, кстати, около 2 узлов, и перевозить он может около 36 тысяч тонн грузов. Первый свой тестовый рейс по доставке рыбопродукции с Камчатки атомовоз «Севморпуть» совершил год с небольшим назад. В августе 2019 года. Тогда это судно доставило в Санкт-Петербург около 5000 тонн грузов. Вот он, атомоход. Видите, как он выглядит сверху? Чуть больше 2 недель понадобится этому судну, чтобы дойти из Петропавловска до северной столицы ресурсной федерации. Кстати, скоро в одном из выпусков моего видеодневничка, как я и обещал, появится разговор с известным московским фотографом Федором Савинцевым, и речь в этом разговоре пойдет о прелестях архитектуры столицы Камчатского края. Ждите этого выпуска. Не отписывайтесь от канала.
Ну что, вы полюбовались, наводимое мирным атомом, судно, которое увезет с Камчатки 5,5 тысяч тонн рыбопродукции? Полюбовались. Песню вы послушали? Послушали. Старые объявления увидели своими глазами? Увидели. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени узнавать от меня что-то новое о камчатской истории, любоваться нашим полуостровом и повышать свой культурный уровень. Ежели же вы малограмотные и некультурные, а брамы родства не помнящие, ставьте дизлайки. Пожалуйста, обязательно пишите внизу под роликом, вон там внизу, свои комментарии. Я хочу знать, что вы думаете, глядя мой видеодневничок. Задавайте вопросы, я все непременно на них отвечу. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам сразу не стало скучно, и вы желаете вновь возвращаться сюда, что ж, тогда сейчас для вас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам рекомендует. Сделали? Кнопочка «Подписаться» из красной превратилась в светло-серую, и в ней появились волшебные слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Замечательно, аплодирую вам. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают. До свидания.